Друзья, всем привет! Смотрите, какая у меня необычная обстановка. Сижу за столом, как политик. А на самом деле хочу поговорить о спорте, а именно чем я занимался в последнее время. Во-первых, ответил на вызов Роману Зайцеву, ссылка на это видео в описании. На его видео, естественно. Нужно было отжиматься стойки на руках у стены. Я сделал это, да. Я сделал. Ну, сами все увидите сейчас дальше. Вообще, на самом деле, иногда я практикую как бы это упражнение, но очень редко, потому что делаю базовое, в основном, отжимание, подтягивание. Это вообще был второй раз, когда я решил сделать это в полную амплитуду, то есть когда голова опускается полностью до пола. Это действительно сложно, но буду над этим работать, и в будущем, естественно, как же, будет другой совсем результат. Окей, дальше идем. Что у нас дальше? Я же еще работаю уже, наверное, месяца 4 по программе по подтягиваниям. Скажу сразу, какой-то ощутимого прогресса нету. Почему так происходит? Ну, наверное, во-первых, потому что достаточно однообразные тренировки, то есть 5 подходов, каждый раз одно и то же количество повторений, вот, ну и застой, соответственно. Но на самом деле, как увеличить количество подтягиваний для себя, я уже понял. Скоро выпущу видео, давно уже планирую это видео выпустить. И это действительно ключ не только к подтягиванию, к увеличению количества, к увеличению силы и тому подобное. Это просто ключ вообще, это перевернет ваши тренировки на новый уровень. Еще такой момент, что видео выходят у меня не регулярно, поэтому на колокольчик нажмите, чтобы получать оповещения о новых видео. Выходим в топ. Всем... Не знаю, видно, не видно, было на камере. В общем, всем прогресса, друзья, и до встречи в новых видео. Пока!